родился 23 сентября 1913 года в станице Владимирской Краснодарского края. В 1928 году окончил 3 класса, работал в колхозе ездовым. В июне 1940 был призван в Красную армию. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 21 января 1944 года в бою под Керчью артиллерийский расчет Васильченко уничтожил до 30 гитлеровцев, 3 пулемета, ротный миномет с расчетом. Приказом от 23 января 1944 года гвардии рядовой Васильченко награжден орденом славы 3-й степени. 6 марта 1945 года в бою за населенный пункт Штольценберг Васильченко уничтожил 3 пулемета противника. Приказом от 22 апреля 1945 года гвардии младший сержант Васильченко награжден орденом славы 2-й степени. 16 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Гермау расчет под командованием гвардии сержанта Васильченко уничтожил крупнокалиберный пулемет с расчетом, подавил огонь еще 2 пулеметных точек, вывел из строя противотанковое орудие и минометную батарею, уничтожил до 20 гитлеровцев. Указом Президиумом Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Васильченко награжден орденом славы 1-й степени, демобилизован в ноябре 1945 года, вернулся в родную станицу, долгие годы работал в колхозе «Путь Ильича» бригадиром, скончался 25 апреля 1999 года.